Привет, радужные дикобразы! С вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. Это видео будет для вас как вокзальный беляш. Один раз посмотрите, а помнить будете всю неделю. После моих обзоров на мастеров кунг-фу, в которых они позорно проигрывают в одну калитку всем, кому не попади, ссылки есть в описании под видео, эти небесные тигры активизировались. И через энергию космоса прислали мне видео, в котором великий мастер тайчи просто разрывает бойца муай-тай и показывает секретную древнюю технику в реальном бою. Когда я увидел этот бой, то сразу хотел купить билет на самолет и срочно отправиться в Китай, чтобы лично пожать руку этому подземному дракону в белом халате. Но, к сожалению, авиарейсы сейчас запрещены, и все, что я смог, это передать ему привет в глубокой медитации через астральное тело. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. А теперь давайте перейдем непосредственно к бою и более тщательно проанализируем, что же это за роборубка произошла. Начало боя меня сразу шокировало. Таких лоу-киков от мастера я в жизни не видел. Тайцу явно повезло, что мастер его не достал. А вот это уже известное на весь мир прикосновение священной ладони дикой ящерицы, от которой боец муай-тай отлетает на несколько метров. Правда, мы умолчим тот факт, что его два прямых пробивались в стороны, несмотря на то, что мастер тайчи шел на него тупо по прямой, даже не уходя с линии атаки. Обратите внимание, как действует энергощит мастера. Тайский боец даже не может прикоснуться к нему, а постоянно машет по воздуху, как руками, так и ногами. Может, ему не сказали, что это спарринг, а не бой с тенью. А вот мы видим мощнейшую раскрутку, которая нацелена четко в пятую точку мастера. Но не тут-то было. Всех мастеров с детства обучают защищать свое седалище, поэтому они держат руки опущенными. А захват просто феноменальный. Как кенгуру хватает за хвост непослушного крокодила, так и наш мастер швыряет бойца за ногу. Боец муай-тай наносит феноменальные серии ударов. Правда, все они летят по воздуху, но тут ничего не поделаешь. Мастер тайчи четко работает по бесконтактному бою и просто не дает возможность подойти к себе. А дальнейший бросок под рукой просто невероятный. Сближение с прикосновением святых ладоней пяти скорпионов, и боец муай-тай отлетает на 2 метра. Хорошо, хоть его ментальное тело не улетело в астрал. То, что сейчас произошло, мне вообще тяжело комментировать. Мастер тайчи решил помочь встать бойцу муай-тай, но тот схватил его за ногу и начал пытаться бороть. Наверное, это все контузия от предыдущего удара. Но мастерское распределение энергии, и таец улетает сам. Боец муай-тай со злостью бросается на мастера и наносит феноменальную комбинацию из 5 ударов. То, что она была по воздуху, мы не заметим. Но тут карающий кулак справедливости мастера наносит жесткий удар в 3-ю чакру, и наш боец беспомощно падает на татами. После этого боя наш мастер с трудом отбивался от толпы новых учеников, которые захотели познать все секреты боевого тайчи. Но он их раскрывал только после 5 лет прилежных проплат за абонемент. А ты бы рискнул выйти на бой против такого мастера? Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и поделись этим видео с друзьями. Пускай возверуют в силу истинного кунг-фу. А если ты хочешь продержаться хотя бы пару секунд против таких мастеров, в этом тебе помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру. Он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. В свою очередь, таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика,
и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу. Удар пяткой в печень, контролем среднего уровня предплечья. Как бабочка наказывает капусту на огороде нерадивой бабули. Ну, наверное, перевод был бы где-то таким. Вызов принял Джин Хон, начинающий боец ММА с рекордом в 4 победы, который подумал, что это неплохой шанс заявить о себе на весь Китай. Ведь победа над мастером кунг-фу. А теперь перейдем к нашему невероятному бою, в котором наш мега-качок просто уничтожает своего соперника нереально мощными, быстрыми и тяжелыми ударами. Ну, по крайней мере, у него в голове все так и происходит. Но вот в реале этот бой похож на замедленное воспроизведение какого-то рестлинга. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего карате с катами, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере. Наш Райан тренировался целых 3 месяца перед этим боем. Все-таки выходить дряблым задротом как есть он не рискнул. Но и этого было маловато. Хотя в бою он девочку не жалел и махал своими клешнями в лучших традициях сельских разборок возле клуба. Когда любуются бесконечностью звездного неба, техники на бегане. То есть вот я стою, да, и пошел. Вот она разница. Видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, сколько людей. Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. То есть там нету. В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! О-о-о! Да? А-ля кинокомедия. Вот. А настоящий бой он вот он пошел, понимаешь? То есть ты крутишься, в толпу залетел и пошел убивать просто, да? То есть там тебе думать-то особо не приходится, да? То есть ты вошел в толпу и пошел. Во! Смотрите, и вот возникает штанга, да? Вот, и вот здесь вот где-то потянули. Да, где-то потянули. То есть выбили нижний шар, шар ушел, и здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот вы уже, вот тут как-то схватиться не всегда человека получается, потому что он же, ну, да, поэтому что, я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он отлично пошел. Нижний шар прочно держит штангу, понимаете? Поэтому вывести человека сложно, он же ноги у него, да. А вот, вот таким вот способом простым, раз, и вот штангу потянул за собой, и вот у нас перед тобой. Видите? Это вот энергетический бесконтакт, то есть выведение из равновесия. То есть сейчас это было что? Резонансный удар ногой в шар. Как бы я почувствовал, что резонансная волна началась вот здесь и как бы вылетела в шар. Выбила его по мячу.